В Башкортостане медики, работающие с больными коронавирусом, добились выплат после вмешательства прокуратуры республики. Врачам доначислят 850 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Белебее 20 работников районной больницы не получили стимулирующих выплат за апрель и май. В зависимости от того, в какой период они приступили к работе с больными COVID-19, надбавка врачам была предусмотрена из федерального бюджета. Прокуратура региона инициировала проверку. По ее результатам права медработников восстановили, деньги выплатили в полном объеме. Надзорная работа в сфере соблюдения законодательства при выплате медицинским сотрудникам компенсаций находится сейчас в поле особого внимания. Поэтому все, что происходит в этой сфере, в том числе и обращения, и сообщения в СМИ, они, естественно, рассматриваются незамедлительно. Если нужно, проводятся прокурорские проверки. И, соответственно, если есть основания, принимаются и меры прокурорского реагирования. Вот, в свою очередь, Минздрав региона объяснил задержку выплат поздним приходом анализов на COVID из лаборатории. Как ранее сообщали ведомстве, всего на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с COVID-19, в Башкортостане предусмотрено более 2 миллиардов рублей на 3 месяца. Основная их часть из федерального бюджета.